Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Тут у нас последние осенние теплые деньки, и мы решили выбраться побросать поисковый магнит. Погнали! Мы уже тут кое-что поймали, всякие прикольные железочки. Место перспективнейшее, по идее. Но каждый заброс что-то вылавливает. О, о, о! Рыба. Посмотрите, какая. Завитушкой. Это от чего? От старого моста. От старого моста? А, ну да. Вот там какой-то кол. Вот это арматурина. Вот это, вот это класс. Вот это нормально вообще. Вот это нормально, я считаю. На металлолом. И мы обогатимся вообще. Тут тоже, смотрите. Железяка. Гвозди, проволоки. Слушайте, ну прям сильно замусорили. Нам повезло. Никогда так не везло, как сегодня. В профиле. Это тоже скоба. А? Скоба. Скоба. Это от старого моста была, а это от нового. Это от нового. Так, продолжаем, друзья. Это интересно. Опа. Что здесь? Фалый металл. Да нет. Смотри, какая. Ну что, от танка. Ну, металлолома здесь, я вам скажу. Ну, это что-то с чем-то. А? Класс. А на карте обозначено как пляж. Как пляж. Илюх, бросай свой дрон. Такого никогда не лови, Илюх. Бросай свой дрон. Это... Сам туда не улетел. Да глянь, ты сколько вообще. Так, друзья, мы перебрались на другую сторону моста. Но там неплохой улов был. Сейчас посмотрим. Цепляется что-нибудь хоть, нет? Цепляется. Еще бы их не достанешь. Хорошо цепляется. Сорвал? Старый мост. Старый мост, вот он, опор, его видно. Лежит. Скоба. Так, что-то тянем. О, скоба. Ну это уже древности какие-то, она кованая, да? Ой, кольцо какое прикольное. Вот это вот хорошее, друзья, место, отвечаю. Речка красивая, давайте покажу. Вот. Да, вот они, столбы, видите, опора старого моста. Там какие-то железки лежат. Ну, железок много, да? Прям вот. И вот уж опять что-то прешь. О, лом. Лом. А, отвечаю, маленький ломик. Ха-ха-ха-ха. Прикольно, да, это плоская сторона. А та острая. Монтировка или лом? А то мы перед собой таскаем. Нормально вообще. Смотрите, какой, друзья, лом. Почти новый вообще. Маленький. Красота. Так. В кучу. Че да, Илюха? Все, магнит бросаем, нет? Там что-то железное прям большое. Ну. Но оно не тянется нихуя. Хорошо, нет? Хоть оторвался. Не, ну вон там опять какая-то проволока. Но благодаря ей он и не прилип хотя бы. Еще тут ни одной монетки нету. А. Просто все по миру нищеброды. Молодожены, блядь. Молодожены. Тут люди последний раз женились лет 500 назад. В этой дыре. Молодожены. Стражилы, Илюх. Все, зацепил. Остров. О, какой-то уголок вижу. Может, автомат, Илюх, ну давай. Ну должна нам повезти когда-нибудь. Мы должны вытащить автомат. О, там что-то есть. Там внизу что-то прикольное, короче. Да. Да? Что это? Цепь, цепь от трактора, да? Или комбайна. Или косилка. Да какая разница. Так, еще какая-то проволока. А, это, смотрите, это кранчик. И вот еще какая-то железячка. Прикольно. Давайте сворачивайте. Стоит, бухтит главное. Давайте сворачивать. Столько наловили. Давайте сворачивайте. Гляньте, как, а? Какая чудо. Мы хоть речку почистим, да? Хоть доброе дело сделал, да, Илюх? Мы хоть почистим реку. Люди будут купаться. Значит, что на лом не наступят. Косилкой ногу не пропорят. Че, прям?
Просто куча проволоки, нет? Сверло. Какое сверло? Не, не сверло. Нет, какая-то железка. И просто много странной проволоки в смотках. А что это такое? Это может быть какая-то, знаешь, типа вентиля. Ну, не вентиля, а какая-то, да, сетка была натянута. На три штуки разбросано. Что-то рыбацкое. Так, вот так это снизу выглядит. Вот такой вот мост. Мост, кстати, древнючий, прям вообще. Тащи нож, пизда магнитом. Заткнись. Вытаскивай, давай. Тащи нож. Ну там есть второй человек, он может поможет тебе, нет? Я не буду называть его имя на камеру, но может он поможет. Так, все, зацепилось, короче, у нас. Нет, я по прямой цепанул. По прямой цепанул? Прям шляпнул во что-то? Да. Сорвал? Ну, не надолго. Вот, что ты прешь, что ты прешь? Ебать. Ну, что-то оттащить теперь. Там вообще что-то... О-о-о, что такое вообще? Охренеть! Сорвалась! Ты трактор поймал, Илюх! Давай, сейчас вытащим. Вот это нормально. Вот это... Можешь, правда, к берегу лучше подтянуть? Да, да, сейчас ты ее цепани только. Давай! А это вот шпалы с выемками. Это что такое? Они деревянные? Как думаете? Ну что, не цепляется? Цепанется. Что-то там. Что-то оторвал от нее, что ли? Не знаю. Да, какие-то эти. Какие-то эти. О. Связанные. Каретки, да, какие-то связанные. Это какой-то груз. От чего-то рыбацкого. А, все, ты ее зацепил. Просто хотел бы узнать, что это. Давай, отходи, дай до берега. Какой-то. Это, короче, этот. Ну, что-то от машины, да? Мост. Мост? Тихо. Там из-за ветки цепляется, видишь. Ну, просто на этой штуке сейчас можно всяких много рыбацких вещичек. Вот, вот, о, это. Экранчик. Да? Да, экранчик. Это он вот за нее был зацеплен. Так, экран. Без железки, кстати. А может, и не экран. Ну, что-то рыбацкое, во всяком случае. На веревочке. Сюда же. Но ту железку мы все-таки выпрям. Во, тащим. Она вот подолжит, держит то, что проволоки. Проволока. А. Она поднимается, но... Не, он зацепил, условно, вот за эту хуйню. А в прошлый раз плашмя. Видишь, она этот, как будто там... Что-то держит ее. Как будто, да, она привязана, по ощущениям, нет? Да, нет, да как она привязана, оттуда притащить. Да не, не, вот видишь, я сейчас... Вот, видишь, она, да, она же как бы поднимается, да. Но... Ну, может, да. Куски сетей. Может, куски сетей, да, каких-то. А, рвется, выходит. Ну, трос к ней привязан. Трос к ней привязан. Видел там на ней трос? Тихо, еще экран. Да вот она из-за этих экранов, блядь. Еще кусок экрана. Там, короче, железяка, и на ней много всяких рыбацких штук. Лучше туда, да. Ну, только вытягивать, не на балке. Люх чуть не влетел, придурок. Ты через яйца протянул? Да вряд ли, знаешь, 2-килограммовый магнит утянул 100-килограммового мужика в воду. А вот его яйца, да. А яйца мог бы. Маленькая там петелька. И все. Друзья, будьте внимательны и аккуратны. Люлюха Евнуха. Люлюха. Так, еще одна железячина. Ну, это тоже какая-то вот, типа... У нас такие уже были. Это какая-то штанга, рычаг, не знаю. Вот, не то же самое. Нет. Это такая штука. А, вот он, вторая, смотрите. Вот одна, вот вторая, да, одинаковые. Только это на этой стороне моста, а та на той стороне моста. Так, что-то еще.
Че там? Ну что-то хорошее. Опять здоровая. Так, ну а та все-таки, что это? Вот на эта железка, видите, лежит. И вот от нее трос стальной. Там швеллер, там он метровый. Вот что вытаскиваешь? Что-то мощное? Швеллер какой-то, килограмм 50. Это объем, блядь, бензин, блядь. Да ты не вытащишь. Или вытащишь? Ну, поднимайте, поднимайте. Поднимаешь? Ну, вот, во, труба прет. Труба. Труба железная, огромная. Так. 400 килограмм, же говорят, тащат, блядь. Офигеть! Блин, она огромная! Человек без имени, помоги ему! Рыба! Моей мечты! Вот это да! Охренеть! Проверили магнит, друзья, смотрите, толщина стенки 8 мм, наверное, у этой. Слушайте, а это не может быть какой-нибудь, не знаю, ствол? Да, в жопу тебе! Забей его! Вы посмотрите, толщина стенок какая. Ну реально. Сколько она весит это? Весит она прям правда много. Килограмм 30 весит. Килограмм 30. Давай в кучу закидывай. Местные заберут, я думаю. Друзья, чтобы вы понимали, мы это дело сдавать не будем. Нам важен сам процесс. Мы как те рыбаки, которые выпускают в конце добычу, мы оставляем в надежде, что местные заберут. Уже прям, не знаю, килограмм 50, наверное, сегодня наловили, да, я думаю? 50, да. 50 наловили. А 50 килограмм, это на сколько денег, если что? На косарь. На косарь? Да. Ничего себе! 20 рублей килограмм. Что-то. 20 рублей килограмм. Да? Да. Говорю, может, и стоит загрузить. Говорю, на косарь наловили, скорее всего. Ну, то есть, там, пятую часть магнита мы отбили сегодня, если бы сдавали. То есть, друзья, отвечая на вопрос, стоит ли покупать себе магнит и заниматься этим ради металлолома, вот если найдете такое место, то, скорее всего, стоит. Потому что мы бросаем всего минут 10 здесь. Час. Ну, час и 10 минут. Мы хотели изначально бросать минут 10, а потом что-то как поперло, ну вы сами все видите. Поперло. Труба, я тебе говорю, это может быть ствол от чего-нибудь. Ну какой? Круглый. Давай. Не валится пока? О, отвалится. Чё там? Боком, потому что... Пластина какая-то нереальная, да? Блин, ну пластина большая. Ну тоже килограмм на 20, наверное. О! Ну прикольно! Илюха, фартовый просто! Ещё один ствол! Коллекцию наших стволов. Так, блин, сегодня, друзья, это прям, если это будет финальная рыбалка сезона, то вот на этом стоит закончить, потому что в этом году больше, чем вот здесь, мы не ловили. Возможно, возможно были вещи интереснее. Не, ну кто подписан, тот знает. А, ты что вытащишь? Во! Тихо, мост поймал, Илюха! Води. О, ну все, короче. Смотри, какая красота, блядь. Так, смотрите, что рыбы нету. Там подкормка или рыба? Подкормка. Хлеб. Блядь. Хлеб? Ага. А, это вентиль. Смотри, сюда должна рыба заплывать, вот в эту, в крышку. Я видел в интернете такие, типа... Поехали, пока мы деление дали. Они... Да какой-то, они туда хлеб наложили, туда должна рыбка заплыть и обратно не выплывать. Я понимаю, блядь. Это типа, подожди, а там есть рыба? Давай посмотрим хоть. Да, поставь ее на это. Во, рыба есть! Мы рыбу на магнит поймали, народ! Представляете? Мы поймали рыбу на поисковый магнит! Месяц назад забыл. Там хлеб свежий, какой-то. Да он там свежий, ну ничего. Блин, ну это нормально. Друзья, мы рыбу поймали. Ловили хоть раз рыбу. Очень круто. Давай обратно закинуть, да, Илюх? А веревка, она была к чему-то привязана? Она к чему не была привязана? Она на дне валяла. Поэтому надо рыбу выпустить, да и все, че вы. Блин, рыбу жалко, да, Илюх? Я считаю, что надо выпустить рыбу. Там хлеба хуй вот. Смотри. Ебать, вот. Чё там прёшь? О-о-о-о. А это еще один вентиль, да? Ну, это ну, тот рыба, же принцип. Рыба. И там дохлая рыба, да? Да. Чё там? Фу, да.
блин, охренеть. Вот это мы давай сегодня... Туда выкинем. Да поставь ты все в кучу. Да поставь вон туда все в кучу. Это воняет просто, ну понимаешь? А, она воняет. Вкус воняет, она попроветрится сейчас. 5 минут. Так, ладно, чтобы не разводить дохлую рыбу. Тут, видите, люди как рыбу ловят. Сейчас мы отпустим. Так, что там еще? Подшипничек. Сейчас, подожди, дай рыбу выпущу. Друзья, на ваших глазах я выпускаю рыбку. Где она? Вон она. Давай, лети. Все, остальное подкормочка. Что там у нас сегодня? День ломов, да? Ну-ка. Подождите-ка. Так, ну здесь он с этим, с резьбой, с этой стороны. Дальше шестигранное сечение. И здесь какой-то... А что это такое? Слушайте, ну крутая штука. Друзья, пишите в комментарии, кто опознал, что это такое. Это какая-то тяжелючая вещь, да? Блин, круто. Слушайте, ну да. Мы уже начинаем думать, а не сдать ли нам все это. Смотрите, какая вещь. А что такое, кто знает? Ну там резьба, потом шестигран. Тут заварено вроде бы. Что-то от комбайна, да, наверное, опять? Так, еще одна скоба. Ну это старый мост. Это вот все кованые скобы. И гвоздь. Ну нормально. Да вообще жесть. Еще один. Смотрите, друзья. Мы сегодня тут разорим местных рыбачков. Они забывают. Забываю, да. А там, наверное, дохлая рыба внутри. Вот такая же ловушка. В такой может и не дохлая быть. Хотя там... Конечно. Не дохлая. Уже давно там все дохло. Вот скоба. Есть еще железная. Что, это обратно закинуть? Можно открывать маленький трубный завод. Потому что снова в нашем зале. Но если вот тут часа три постоять, то прям можно накопить столовок. Да вон штырь, смотри, ух, какой нифига себе. Кованый, прикольный. Кованый. Вот это гвоздик, вот это мой размерчик. Шляпа твоего размера. Шляпа. Так, это что? Она какая-то проволока очередная. Блин, ну гвоздь, слушайте, ну сегодня прям все. И исторический, и по железу. Вот это вещь. Вот это я заберу с собой на память. Друзья. Подписывайтесь на канал. Это был Миклуха Макфлай. Мы, наверное, сегодня закроем сезон Магнита. Это было круто. Лайк с вас обязательно. Класс.